Його поважають, цінують і люблять. Інколи критикують, бо не помітити його роботи на окрузі неможливо. Андрій Бабенко сьогодні у силі громад, депутат Одеської обласної ради. Сила громад працює у новому форматі. Вітаємо усіх наших глядачів. З нами сьогодні Андрій Бабенко, депутат Одеської обласної ради. Поговоримо про все, чим живуть громади у його Роздільнянському районі. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Найперше, що я хочу запитати, пройшов рік після нового скликання Одеської обласної ради. І пройшов рік після того, як помінялася у нас структура, адміністративно-територіальна реформа відбулася, і помінялися, і нові громади виникли, і нові укрупнені райони. Як вам працюється на вашому окрузі, що, які проблеми є, які виклики, і які, можливо, вже є досягнення за минулий рік? Ну, смотрите, після децентралізації, кожен голова ОТГ, якого люди збрали, як я бачу, старається максимально працювати на благо громади. Так, десь не виходить, десь не вистачає фінансування громади, тому що деякі громади живуть за счет орендодателів, які орендують землю у громади і які платять налоги. Некоторые живут за счет железной дороги, где идет ЖД-ветка. Поэтому, на самом деле, когда я пришел и стал депутатом облсовета, многие задачи передо мной, перед моей командой стали на нашем так называемом жизненном пути. Потому что сразу ковид, это те же антисептики, маски, всего остального. Мы не были готовы к этому испытанию, которое у нас произошло. Поэтому мы в Разделянском районе уже второй год подряд работаем над тем, чтобы максимально улучшить условия для наших жителей Разделянского района. Есть такие вызовы, как вот приезжаешь, школа в ужасном состоянии, металлопластиковых окон нет, еще деревянные окна. Естественно, стараешься максимально когда поменять кратчайшие сроки, потому что это дети, они этим дышат, они учатся ежедневно там, ну, на пятидневке в этой школе. Есть где даже крыши протекали. Все это, естественно, говорю за Захарьевскую громаду, естественно, эти крыши были заменены. Максимальный глава АТГ постарался, депутатский корпус и наша команда постаралась. Есть многие вызовы, их перечислить невозможно, потому что их действительно очень много. Вы знаете, такое ощущение, что никто ничего не делал все это время. К сожалению, вот слаживается такое впечатление, что никто ничего не делал, ничем не занимались. Дороги, там центральная дорога еще сделана, под команду президента попали под Великую Будівницу, под Рік-дорог, так как они назвали. Действительно, вот Киевской трассы до Раздельной, до Великомихайловки, до Захарьевки, туда даже на Котовск дорогу сделали. Но это центральная дорога. Есть дороги, где вообще людям невозможно приехать, это уже села, населенные пункты. К сожалению, люди не могут доехать, потому что дорог нет. Проблемы дороги это в том числе. Нашим глядачам потрібно нагадати, які громади входять до укрупненого Роздільнянського району. Затішанська, Степановська громада, Великомихайловська громада, Захарівська громада, Ліманська громада, вона входить в Роздільнянський район, Ецебріковська громада входить в Роздільнянський район, Борисовська громада. К сожалению, є молоді громади, які зараз дійсно намагаються як-то розвиватися, намагаються зробити за счет свого бюджету розвитие якісь важливі питання соціальні, які там, та же амбулаторія по програмі «Доступна медицина». Это тоже хороший такой, знаете, пример, что власть помогает. Но есть действительно там, где приезжаешь, я же повторю, школы, детские сады. В некоторых населенных пунктах, где проживают 2500 населения, нет даже детского сада. Вот сейчас мы разрабатываем проект, чтобы взять какое-то помещение у громады и совместно с громадой сделать детский сад. Вы понимаете, что 2500 населения, детей там порядка 70-100 человек и нет даже детского садика. Это конкретно Виноградовский, Старостинский округ. Мы там сейчас делаем пищеблок полностью. Каждый раз какие-то новые вызовы, каждый раз какая-то новая задача стоит. Куда бы ты ни приехал. Дороги и все прочее. Освещения нету, коммуникации нету. Новых, даже почты, отделения почт закрываются. Нет медпунктов в селах. И это все, на самом деле, сейчас зима идет, снега, дорог нет. И вообще неизвестно, как оно все будет происходить. Понятно, громада старается, глава ОТГ, замы. Это я говорю за всех ОТГ. Стараются максимально работать, приложить максимально усилий, для того, чтобы все были в связке и была коммуникация между всеми селами и ОТГ. Яка ситуація стосовно тарифів на енергоносії? Бо ми знаємо, що зараз світові тенденції дуже важкі, і тому в рази підвищуються ціни на газ, на електрику. Як місцеве врядування буде виходити з цієї ситуації?
мы, депутаты облсовета, не имеем права влиять на какие-то процессы. Тут должно ОТГ работать, глава ОТГ должен работать, его команда. Понятно, в селах еще что спасает, что есть действительно, где можно поехать в лес нарубить дров, привезти, топить печку. Мы проводили по этому поводу совещание. Все лесничие были Разделянского района. Мы пришли к тому, что сухой лес, сухостой, который стоит, там есть категория, его можно вывозить. Мало того, лесники пошли навстречу, говорят, чтобы местные активисты, местные молодые, молодое поколение, голова ТГ, замы, собирали людей, кому нужны дрова, ходили все вместе, когда собрано людьми, толпой, и полностью уделяли внимание тем, чтобы действительно отопительный сезон как-то пережить. Потому что у некоторых людей, говорят так, нет денег заплатить коммунальные услуги. Если еще будут лес покупать, тогда людям просто нереально выжить. Мы же это прекрасно понимаем. Людей пенсионного возраста, моя команда развозит лес, мы коммуницируем полностью с лесничими. Они помогают. Есть то, что можно собирать, вывозить и топить печку и прожить как-то отопительный сезон. Багато слідкуємо за вами в соцмережах, за вашою діяльністю. Бачимо, що ви дуже часто спілкуєтеся на окрузі з людьми. Якщо резюмувати, підвести підсумки 2021 року, що вдалося зробити вам особисто, тобто які кошти, як то кажуть, затягнути вдалося як депутату на свій округ? Ну, смотрите, наш депутатский фонд, я как депутат облсовета, составлял с 3,5 миллионов. Миллион гривен я выделил на Виноградовское, Старостинский округ, это для полностью обновления пищеблока. Мы в этом году уже будем, я надеюсь, что мы успеем его сдать, там полностью будет новое обновление, новая плитка, новые столы, полностью так, чтобы детям было комфортно. 500 тысяч гривен было выделено на Великомихайловскую АТГ, мы сделали детскую площадку, аттракционы детские, там школа очень хорошая, есть спортивная площадка, не было детской площадки, мы выделили это, сделали. 1,050 000, если не ошибаюсь, мы полностью сейчас в Захарьевском АТГ, полностью делается, когда заезжаете в Захарьевку по центральной улице, там делаются полностью бордюры, ставятся полностью, плитка ложится для того, чтобы людям было комфортно ходить. Также благодаря Григорию Витальевичу Диденко, он 1,5 миллиона помог, выделил на АТГ для того, чтобы доложить эти дорожки. И по мелочи я уже точно, 500 тысяч мы выделили на в больницу для обновления. Там здание есть под приемное отделение. Есть много проектов, которых мы сейчас будем реализовывать. Это то, что касается областного бюджета и моего депутатского фонда. Благотворительный фонд. Сейчас мы в Ясиповке будем строить храм. Уже строим, уже фундамент залит. Уже сделаны стены, выстроены. Сейчас там заливают рампояс. Будет полностью храм в Ясиповке. В следующем году планируем его сдавать. Также много было реализовано. Там подарков больше 10 тысяч раздали. Больше 7 тысяч продуктовых наборов раздали. Ну, мы стабильно работаем. Это уже второй год подряд мы работаем и не останавливаемся. Всего перечислить невозможно, потому что каждый день моя команда что-то делает. Каждый день мы работаем с людьми, мы видим проблемы людей и стараемся максимально помочь. Где-то бесплатные операции делаем, мы стараемся их, знаете, не публиковать на страничке Facebook, там, Instagram, потому что кто-то хочет, кто-то не хочет. И знаете, а некоторые критики еще могут сказать, что это пиар. Хотя я бы хотел, чтобы каждый человек так пиарился, как мы. Я уверен, было бы намного проще всем. Для чего вы это делаете? Я знаю, что вы сами родом из тех мест. Да, я родом с Разделянского района. З бывшого Прунзовського району. Ви хочете показати своїм землякам свою діяльність і зробити для них, мабуть, щось краще, да? Я це розумію. Чи може все-таки це справді піар, тому що попереду йдуть вибори? Я по своєму району працюю з 16-го року, якщо не помиляюсь. Ви знаєте, я працював, я не був політиком, я не був депутатом. Ми з моєю командою в Затишанській громаді, кстати, дуже багато допомагали. Закупили спортзал. В Затишанской громаде за 30 лет я был первый, кто сделал там ремонт. Когда была Татьяна Ивановна директором школы, мы сделали первые. Те, кто приехали, увидели этот спортзал, в том состоянии спортсмена, понимаем, что такое условие для спорта, и мы сделали там в спортзале ремонт полностью. Поэтому помога малоимущим семьям. Мы одевали детей, новую обувь закупали, новые курточки, все новое брали. Мы не развозили никакие вещи, никого не просили. Мы поехали на 7 километр и закупали. Есть у меня друзья-бизнесмены, которые помогают мне действительно и видят, как я работаю над этим всем процессом. С 2016 года до выборов мы работали.
И даже перед выборами я сказал, что действительно мне товарищ подсказал, говорит, почему ты не пойдешь в политику, там делали срезы, рейтинги, как я оказался в политике. Говорит, иди спокойно, ты если пойдешь в депутаты, ты однозначно зайдешь, потому что электорат людей очень хорошо тебя поддерживает. Не было идеи, что я буду идти на выборы в облсвет. Я говорю, давайте попробуем. Мы пошли, ну, как видите, люди меня избрали депутатом облсвета. Ну, если меня избрали люди в облсвет и доверили мне свой кредит доверия, надо еще больше показывать работу. Люди во что-то начали верить. Все мы проживали в деревнях. Кто-то что-то делал перед выборами. Ну вот перед выборами все хорошие, все приезжали, что-то делали. До выборов никого нельзя было нарисовать. Почему я принципиально не останавливаюсь? Вот мы как победили на выборах, мы не останавливаемся, мы работаем. Что касается Верховной Рады и всего остального, я не смотрю туда. Есть задача, которая помогает людям. Мало того, вы все знаете, я всегда говорю о том, что я сам с бедной семьи. И для меня большая честь помогать бедным, тех, кто нуждается в моей помощи. Я вырос без отца с 3 лет. У меня есть я и 3 брата еще родных. Моя мама в деревне проживает. И для меня, знаете, вот большой успех, что моя мама видит, как я помогаю людям, которые нуждаются в помощи. И важно, что взамен мы ничего не просим. Мы приехали, помогли. Надо людям, мы помогаем. Мне приятно, когда ко мне люди звонят, обращаются. Мне могут ночью позвонить. Мне приятно, когда люди приходят и говорят, знаете, как комплименты, что мы действительно помогаем людям. Самое приятное, что человек, который жил в бедной семье, без отца, вот и так, может добиться успехов, имея хороший стержень и хороших друзей вокруг себя. Проблемы есть многие, которые требуют больших финансов для того, чтобы их реализовать. Это там в Разделянском ОТГ, это кинотеатр там хотят восстанавливать. Это уже, знаете, надо депутатов с Верховной Рады привлекать, чтобы они помогли. Потому что 40-50 миллионов проекты. К сожалению, областной бюджет, ну, областной депутат эти вопросы не потянет. Надо быть реалистичнее, знаете, не популистом, рассказать и не выполнить. Надо относиться к словам своим с ответственностью, потому что люди увидят и вам будут требовать, а где это все. Поэтому я смотрю максимально все, что я могу сделать за счет бюджета, что нам областной бюджет дает, и за счет того, что благотворительный фонд. Ну, больше расчетов идет на благотворительный фонд, потому что там есть друзья, потому что там больше людей, которые сами готовы помогать и развивать. Даже элементарно, в село приезжаешь, там моя команда работает, начали дорогу там какую-то делать, сами бизнесмены подключаются, хотят помочь, потому что видят, что это все для них. Есть много проектов, которых мы будем реализовывать, это все вы увидите, мы обязательно об этом всем расскажем. И еще одно запитание, маленькое. А чи вдається взагалі на місцях об'єднати людей? Чи вони по-іншому зараз сприймають владу? Чи з'являється довіра? Оце головне, про що ми сьогодні говорили. Ви знаєте, моя команда працює. От ми приїжджаємо, роздаємо продуктові набори. І люди пенсійного віку говорять, що вибори вже скоро. Тобто люди розуміють, що якщо хтось щось приїжджає і робить, це вибори. Ну, зараз таке вже, знаєте, люди привикли і относятся с пониманием, что есть депутат, который действительно работает и старается. Ну, знаете, с 10 человек 8 могут дать, сказать слова благодарности, а 2 могут сказать там, вот, продуктовый набор. А почему сахара, там, образно говоря, килограмм, а не 2? На самом деле, людей можно объединить. Важно людям вернуть веру, чтобы люди начали верить в то, что ты это делаешь искренне. Мы не будем останавливаться. Не важно выборы, не выборы. Важна задача довести людям, что не все люди, там, знаете, всех судят по одному. Но важно понять, чтобы люди понимали, важно, что есть люди, которые делают это искренне. Мы это делали, моя команда это будет делать, и мы не будем останавливаться. Но я хочу всех поздравить с наступающими праздниками, пожелать всем успехов, здоровья, что здоровье – это самая важная функция, которая должна быть у нас, у каждого из нас. Я уверен, что вместе мы сможем достичь многое. Все самое лучшее еще будет впереди. Те громады, которые новые, которые только год, совсем молодые, обязательно я буду содействовать в их развитии. Уверен, что вместе мы сделаем многое.